подмосковном Красногорске задержали бывшего вора в законе Георгия Гугушвили, известного в криминальных кругах как Гуга Путийский. Экс-законника силовики считают причастным к убийству бизнесмена Александра Харченко в 2013 году. Как сообщает источник телеканала 360, вместе с Гугушвили были задержаны еще два представителя криминального мира, имена которых не сообщаются. Их правоохранители проверяют на причастность к другим преступлениям. При задержании они оказали активное сопротивление. Александр Харченко был убит в ночь на 9 июня 2013 года в Москве на улице Большая Никитская. Ему принадлежал расположенный рядом киоск уличный Едмит Пойнт. Бизнесмен скончался от удара ножом в грудную клетку. По данным Зевил Ладж, Александр Харченко – чеченец по отцу, его мать – украинка, родился в Грозном, но потом с семьей переехал в Европу. В Москву Харченко приехал в 2009 году. После убийства предпринимателя его партнеры по бизнесу сообщили, что врагов у них не было, а убийство – банальная уличная стычка.